Сосед! 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 Пожар, облава! Пожар! Пожар, облава! 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 Опять! Опять война! Опять война начинается! Опять война начинается, сосед! Лучший магазин компьютерных игр Steam.account.ru. Здесь самые низкие цены на игры, моментальная доставка, широкий ассортимент и также самый проверенный и надежный магазин среди всех остальных. Ссылочка в описании. Ой, наконец-то я переехал. Ох, долгий переезд был. Так, что там опять с соседями, а? Кто на этот раз будет? Так, ё-моё, это что такое? Кровяка? Это я на войне, конечно, не такое повидал. Но что-то странно, что посередине города домище такой с кровякой. А внутри кто? А ну что там внутри будет? За что мы фашист конченый? Так, это еще кто-то. Так, странный сосед, странный. Нужно будет разобраться с ним. Напугать от меня решил, дебила кусок, а? Ладно. О, твой арбуз. Мандарин! Како! Хо-хо! Ой, да кто опять пришёл? Да кто там пришел опять? Так, не буду я никого. Ёханый бабай, малек, ты чё такой страшный? Как тебе мама вообще такого родила? Какой тебе малек? Какой тебе малек? У тебя выше на голову малек. Вред. А можно к тебе домой? Можно? Я только переехал, какой домой? Ты такой вообще такой? Ща, погоди. Ты вот этот дебил, да, внук мой играет там какие-то ази, типа такие выпрыгивают, это ФНАФ. ФНАФ? ФНАФ? А, я вот я моему внуку тоже говорил, как придурок, каких там чип там. Ты кто ты вообще? Чичик. Я чипа, чичик. Чичика, ну понятно, что тебе надо, чичика. Ничего себе у тебя тут. Я хотел к тебе зайти домой, хотел вот к тебе. Можно? Какие можно? Ночь на дворе, дай дедугану поспать спокойно, а дома? Уходи отсюда, чичи. А хотя... Не, подожди, можно кое-что скажу, и уйду. Ну. Вот я предлагаю ставить лайк, если вы играли 5/6 Фредди. Малек, ты вообще нахрен с ума сошел? Какие лайки? Дай деду поспать спокойно, уходи отсюда. Ой, дебил проклятый, а? Ой. Я к тебе приду к тебе. Ой, Маруся! Ой, страха пудала. Уйди, чё мне снится? Не снится, твою мать! Малёк! Ты чё, сосед? Это же я, это Чика! Какая чичика, уходи отсюда. Малек, ты вообще с ума сошел? Ты в курсе, что я дед вообще очень старенький. Дедов нельзя пугать, инфаркт может случиться, а? А я хотел, да, покушать хотел. Ой, что это такое? Что ой, это? Подожди, да я дышусь, да сердце остановится, то я сейчас с ума сойду. Остановится сердце? Есть хочу, дай мне поесть. Чичика, уходи отсюда. Какие поесть? Ты не уйдешь, пока я тебя не накормлю. Ладно, пошли, хочу поесть. Что-то сейчас тебе дедушка найдет. Что у меня тут есть? Тут ничего нет. У меня чайчик только есть. О, это что такое? Это что такое? В смысле, ножик? Ой, ложись! Малек, ты вообще дурак! Мама не учила ножиками бросаться в людей, нельзя. Ты меня что, убить хотел? Не, убить тебя точно не хотел. Ты меня убить хотел, да? Малек? Не, убивать никого не хотел. Ты поаккуратнее с дедуганом. Я таким фрисом, как ты на войне, вообще жопа раздирал голыми руками, не то что ножиками. Так, давай. А поесть можно что-нибудь? Поесть? Да поесть ничего нету, вот только чаёк есть. Ну я не знаю, ну типа, ну вот забирай домой с собой, возьми, вот на. Ладно, бери. Бочка там. Ну хорошо, пошли, уходи давай. Есть что-нибудь живенькое, с кровью там, может что-нибудь, нет? Не, дедушке нельзя, мясо. Куда ты пошел, малек? Это что где тут такое? Это что-то тут делаешь? Рабочее место. Я, конечно, на войне там фрицев убивал, но я еще писатель, книжку тут всякие пишу, вот тут иногда сажусь и такие ля-ля и пишу что-то. Понятно? Ясно. Все, я тебе рассказал, можешь уходить, давай. Дай мне поспать. Давай уходи, дай дедугану поспать. Дебил!
Ай, телевизор проклятый, фашист, добейте его уже, что ты рукой тут машешь, дебил, блондин конченый, ничего. Сосед! Сосед! Задницу, что тебе надо, а? Страхолюдина. К тебе хотел зайти. Сосед, у тебя есть диски какие-то или там флешки или что там у тебя, чтобы нормально посмотреть ее? А то смотри, какая дичь по телевизору идет, а? Ой, да какой-то ужас. Я не знаю. Что сейчас вообще показывают? Вот вообще ничего нету. Вот когда я молодой был, вот садись, историю скажу. Мы там ходили, там в карты играли, а потом, короче, в футбол под вечер, потом, чтобы пивасик могли. Вот это детство, вот это молодость была. Это что такое? В смысле? Дедуган тут медали свои за войну хранит, тут всякие заслуги, и вот всякое такое, короче, нельзя тебе туда, малек, нельзя. Тут, короче, вот мои сувениры с войны, с армии, там, когда я фрицев там валил, жопы им рвал. Ничего тут интересного нету, пошли лучше на второй этаж, малек, пошли. Ну, ладно, ничего хорошо. Там нету, ничего. У меня, конечно, тут ничего интересного нету, там крыша, тут туалет, можешь поссать. А это что такое? В смысле это что такое? Это ничего такое, комната. Ну, короче, тут у меня беда случилась. Видишь, что крышу, видишь? Да, слышу. Ну, вот, видишь, заметил, что с ней не так. Дырочка там, малек. Вот, нехорошо. Подожди. Ты постой тут 2 секунды, хорошо? В смысле? Постой. Ну, короче, у меня тут ремонт идет, малек. Да, тут ничего интересного. Вот, жил потом крыша. Вот старенький домик уже, старенький. Вот он проломился, крыша так. Да, а можешь вот сюда вот между кроватками встать? А что ты хочешь? Крышу мне починить хочешь? Да, крышу хочу тебе починить. Вот, крышу. Куда, малек? Вот, да, я вот между кроватками. Ой, сюда? Не, чуть-чуть правее. Сюда? Не, это ну, у тебя плохо с координацией, куда? Давай. Ой, да, господи, что ты такой тупой? Вперед, ну. Ну. Да, еще вперед. Еще, все, стоп. Вот так, стой. А что тебе? И вызывательно вниз смотри, наверх не смотри. Да не хочу, давай. Можешь закрыть глаза лучше. Ну. Ой, что это было? Ах ты паскуда, фашист проклятый. Так, ой, ты... что это было? Что-то гаговали сверху. Ой, иди сюда. Иди сюда, малек проклятый, ты где? Это что такая за карточка? Какая нахрен карточка? А это случайно не от подвала карточка? Не, малек, это вот запасная карточка от моего вот этого комнаты, вот там, где я спал, там, где у меня крыши нету, это отсюда. Малек, это не беспокойся, это отсюда. Там ничего нету. Я, знаешь, в туалет захотел. Можно в туалет посижу? Какой в туалет? Ну ладно, давай, да, только после этого. Ты не заходи, да. Все, я быстро. Ой, вот малек, дебил просто. Ой, посижу пока. Ой. Ну что ты там долго, а деду тоже посрать нужно. Алло? Зайти можно? Так, что-то мне-то... Ты там умер? Утопился? Малек? Так, дебила, кусок... Малек, ты где? Ты что, провалился в унитаз? Дебила, кусок, ты бабуху кинул! А сейчас он сдохнет! Он... Фашист, так, противогаз с собой нужно носить. А что сдохнет-то так? Малек, ты что думал, я вот такой неопытный? Думаешь, я противогаз с собой не ношу? Малек, а ну ты убийца проклятый. Помогите! Сюда, уши. Помогите. Это что такое? Малек, это что ты тут? Я на войне вроде помню, было что такое, что это? Чух, ты помоги мне куда? Блавом! Террорист конченый. Сосед, пожара, блава! Опять война! Опять война начинается, сосед! Сосед, ты вообще дурак? Деду Гана так пугать? Какая облава? Тут никого нет. У деда что-то инфаркт опять не случился. Какая... Думал, Третья мировая началась. Ой, ёхай. Так, где моя валерьянка, а? Ой, так, все, поужинал, можно наконец-то пойти нормально выспаться, главное, чтобы этот сосед
проклятый клоун или кто он там опять ко мне не пришел, чичика или как он там, так вот. Да нет, это сволочь никак не успокоится, он 100% сейчас ко мне опять придет. Так, нужно с этим дебилом расправиться, я не таких, как ты на войне громил сейчас, ладно. Он 100% придет сюда, 100% пойдет в подвал, чтобы мой секрет увидеть. А я его уже ждать тут буду. Ну приходи, приходи. Не зря я все это с войны припас у тебя в подвале. Приходи, паскуда, буду тебя ждать, а. Не, ну где этот малек? Как давай, я уже заждался. Давай, приходи, я знаю, что ты придешь. Там... Ну что за здесь? Какие все, малек, ты что думал? Дедуган вообще тупой, я думал меня так просто надурить. Не, я знал, что ты придешь. Поэтому смотри, видишь мой секрет, мои припасы. Об этом ты спрашивал. Ну все, хара разговоров. Остановись-то, детка. Нет, нет!